Самое приятное воспоминание с лета – это поездки к Васе в Самару. Вот это просто потрясающие моменты. Чтобы немножечко холодными вечерами вспомнить это, мы вызвонили Васю, и он приехал к нам на Москварику. Вот, я показываю, что у нас сегодня по рыбалке, но рыбы я тебе не обещаю. Ну и да, ты ко мне приезжал, как бы рыбу поймал, теперь я хочу к тебе, хочу поймать рыбу. Не, ну мы неделю половим, за неделю что-нибудь поймаем. Ну я думаю, да. Не рассчитали то, что недавно были морозы, у нас половина акватории замерзла, из-за этого все пошло не по плану, но я думаю, что мы сейчас выйдем из этой ситуации и напорим. Поэтому давай не будем терять время, у нас осталось буквально 2 часа до заката. Да, давай попробуем. Мы столкнулись по приезду с такой проблемой, что половина участка, на котором мы собирались ловить, замерзла. У меня все-таки получилось выковырить пока что одну щучку оттуда. Это было сложно. Воблер она есть отказывалась. На мелкий джиг не клевала. Я поставил шакаловский твистер 5-дюймовый. Вот, на 10-граммовой джиг-головке. Тащил его равномеркой, когда уперся в косу. С косы дал упасть приманке. И тут же под косой ба-бам! Который я так долго ждал. Щучка хорошая. Почти 2-300. Эта рыба интересна еще тем, что у нее есть такое небольшое начало клювика. То есть москворецкие щуки у нас славятся тем, что у некоторых бывает прям здоровый такой клюв, загнутый вверх. То есть пасть у рыбы поднята вверх, и выглядит это очень странно. Такое ощущение, как будто электрики там побили и так далее. Но это особенность наших щук. И вот даже в этой щуке видно, что немножечко клювик есть. Такой в самой мелкой стадии, насколько это возможно. А откуда это? Из-под бровки прям? Прямо из-под льда. Красота. Хорошая щука. Даже не, ну, не шнурье, вполне щука. Кривя душой, можно сказать, что... Да, что это настоящая щука. Хочу тоже, будем стараться. Рыба! Рыба, 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 рыба! Моя первая живая настоящая рыба на Москве-реке. Андрюх! Щука настоящая! Последние две рыбалки ездил, вообще ничего не ловил. А здесь я как бы второй раз, первый раз буквально на пару часов приезжали, видел одну поклевку и все. А то есть настоящую рыбу поймал. Круто! Москва-река! Я теперь, можно сказать, здесь рыбак. Кидал и бигбейты, кидал воблеры. То есть мы прошли здесь довольно длинный участок. На косу выходили, какие-то коряжники смотрели. То есть, ну, я очень давно ловлю с берега. То есть все с этого начинали. То есть счет у меня вполне. И нащупал здесь, грубо говоря, тут приямок и свальчик. И вот вдоль этого свальчика вот нашел эту границу. И прямо вдоль нее перебирал приманочки. И в итоге на веселенькую попалась вот такая. Ну, небольшая, но все равно кайф. Рыба. На отводной поводочек, конечно, халтура, но главный результат.
После того, как половили окунька, то здесь, наверное, лучше расскажу про место чуть-чуть. То есть здесь каменистый участок, я не местный, не знаю точно, где это, но, в общем, участок такое жесткое каменистое дно, много перекатиков и всяких кос. И вот между ними мы даже, когда шли на рыбалку, очень много малька было. То есть вот половили окуня, сейчас Андрей щучку поймал небольшую, и мы прям уверены и ждем выхода судака, который будет есть как раз этого же малька, просто в ночное время. Ну вот, пока ждем выхода. Но без удара просто подвисает и все. И еще одно. Все. Пойдет. Есть карта? И сюда. На Москве-реке рыбачу первый раз. Ну так, полноценно рыбачу. В прошлый раз я, когда приезжал к Андрею в гости, он мне просто дал какую-то палку, я там побежал, час покидал и домой уехал. В этот раз я не посоветовавшись, взял с собой коротковатый, как мне сказали, спиннинг. Что-то очень старая длина, это Nord Stream Ultra. С тестом до, по-моему, 16, что ли, грамм. Да, 4,16. Вот именно 682 модель. Но, блин, скажу, что... Ну, вполне я не чувствую как бы дискомфорта. То есть, да, может быть, было бы лучше, чуть длиннее. Но чуйка отличная. Заброс вполне себе. Закрывает я его блерами и джигом ловлю. То есть, и все одной палкой. Как бы даже ничего менять не хочу. Мне очень понравилось. Вот, сейчас поменяю приманочки. Вот. И пойду дальше. Пацаны уже там вроде по звукам слышат, что что-то еще там ловят. Сегодня все поклевки, которые были, они абсолютно, абсолютно никак не выражаются. То есть рыба просто подвисает. Несмотря на то, что мы вроде контролируем, приманку мы держим. Шнур в натяг, но все равно ни ударов, ничего. И даже этот лещ, даже этот лещ не ударил. Я, в принципе, подозревал, что там что-то такое будет. Ладно, в общем, все я это зря рассказывал, но, в принципе, рыба сегодня действительно никак не бьет по приманке, особенно лещ. Ну, поведение, в принципе, изначально было странное, поэтому чего же что-то ожидать. Сколько часов мы на воде? Получилось немало, много. Немало, да. Много часов, мало рыбы. В принципе, вывод можно сделать такой. Москва-река прекрасно, когда в ней клюет. А когда не клюет, что-то вообще как-то неинтересно. Не, ну в целом для меня новый опыт интересный, знаешь, такая как бы сложная ловля. Но, конечно, признаться честно, мне больше на Волге нравится рыбу ловить. Мне тоже. Но я приеду реально еще, потому что, во-первых, у нас зимой лед, а во-вторых, здесь такая сложная трудовая рыбалка, здесь прям каждая рыбка на вес золота. Круто. Да, интересно, когда ты упираешься, что-то пробуешь, там, ты знаешь, что в этом месте точно есть рыба, ты 3 часа что-то меняешь, и вдруг придумываешь, стратегия срабатывает и впарываешь. Это круто. Да. Спасибо. Я приеду еще. Пожалуйста. Приезжай. Приезжай ты ко мне. Ладно, всем пока.